Дорогие уважаемые люди, всем желаю вам хорошего пути, доброй дороги. Хочу напомнить, что написано в Святом Писании, Библии. Библия говорит, что Бог есть любовь. Бог есть источник любви. И Он эту любовь показал. И Бог показал свою любовь, проявил на кресте. На кресте Иисус Христос, умирая своим людям, которые Его распинали, Он говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это могла только сотворить такое любовь. И Бог, Он показал и проявил свою любовь, Он заплатил за наши грехи с вами на кресте. Он, умирая, сказал: «Совершилось, уплачено, за твои мои грехи Христос уплатил». Если мы, конечно, Его принимаем. Если мы Иисуса Христа отвергаем, нам придется самим платить за все свои грехи. Иисус не только умер, Он воскрес, Он есть живой. Он сегодня призывает людей покаяться и веровать. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие, молитесь Богу. У кого нема святой книги Библии, мы дарим бесплатно. У кого нема христианской литературы, можете взять. Крепкого здоровья, пусть Бог благословит. Господи, благослови всех людей, кто здесь едет. Благослови Украину, помилуй.